знают, меня зовут Вергай, и мы сегодня с тобой продолжаем прохождение Ходячих мертвецов виртуальной реальности, конечно же. Ничего не сохранилось, абсолютно ничего, так иди сюда. Поэтому пришлось еще раз все это оббегать, еще раз подходить к той девушке, которая у нас с тобой просила убить... О, тихо-тихо, аккуратно. Убить ее мужа, который обратился в зомби. Все это быстренько пробежал, прям вот увидел, понял, как правильно пользоваться бутылками. Они, между прочим, практически одноразовые, но очень хорошо работают. Смотри, на первом этаже мы с тобой... О, робот. Он, кстати, в другом месте валялся, да? Смотри-ка. Свет здесь есть, а он на него почему-то не светит. Ну-ка, эть, работаешь? Не знаю, короче говоря, давай с собой заберем. Быстренько облутаем первый этаж, где фонарик-то? Прям быстренько. Возьму на всякий случай. О, бинты. Бинты — это хорошо. Бинты — это прям замечательно. Зажигалка. О, рабочая? Серьезно? Зажигалок тоже возьмем. На этот раз более точно, более детально смотрел всякие предметы, поэтому не все подряд брал. Всякие мусоры серии там, тех же бутылок, например, и прочего такого я уже не трогал. Поэтому... Какое эхо здесь классное. Какое эхо. Прям в дом как будто огроменный, как будто мы в зале в каком-то мавзолее. Итак, это понадобится... Оказывается, по всем ящикам. Вот здесь вот везде все это лазить тоже надо. Потихонечку все собирать, особо сильно не загружать рюкзак, потому что вещей не хватает. А вот всякие бинты и важные полезности, таблет. Как, что такое? Мятный леденец? Ладно. Ладно, валяйся. Так, и бутылку на всякий случай с собой одну возьму. По поводу, да, убить зомби, на самом деле было намного все проще. Прям на... Ау! Я думал, это просто веревочки, это оказались не веревочки. И по поводу задания, кстати говоря, задание было такое, что нужно было добраться до синего дома. Вот мы сейчас находимся в синем доме, и там на втором этаже есть специальная комнатка какая-то, где заныкан как раз вот этот вот ее муж. Смотри, этих роботов просто огромная куча везде валяется. Давай возьмем парочку хотя бы. Это что, спички пригодятся? Ага. Так, дверка. Все, вроде как мы быстро, в быстром темпе пролутали весь первый этаж. Ой, я бутылку разбил. Разбил бутылку, ничего страшного, ладно. Не были мы с тобой еще вот в этой комнате, как раз вот тут мы с тобой остановились, правильно, как я помню? Вроде как да. Быстро, быстро лутаем. Я пока на самом деле не знаю, что здесь нужно брать, чего брать не нужно. Здесь есть сейф. Вот, кстати говоря, этот сейф, код, который где-то заныкан, или она нам должна была его дать. Ну-ка, давай попробуем потыркать. Прям нажимать надо, да? Говорят, не работает. Ладно, бежим на второй этаж. Потом возвращаемся, наверное, к ней, да? Нужно это, не нужно? Так, ну можно обезвредить. Тихо, обезвредить. Оп, банку взял, хорошо. Пустая банка, это нам не надо. Еще пустая. А как это обезвредить-то? А, просто рукой. Ничего себе, руки у нас, смотри, хоба. Ау. Почему-то на этот раз мы с тобой немножко гребли, так, полежи здесь. Руками колючую проволоку просто берет и беспощадно ее уничтожает. Так, немножко надо восстановиться. Вроде как она потихоньку начинает восполняться. И все хорошо. Так, бутылка. Блин, это разбитая бутылка. Давай что-нибудь поновее возьмем. О, какая! Это что такое? Отвертка, отвертка пригодится. Это что? Это бутылка обычная или это ром? Так, бутылка из-под водки. Из-под водяры бутылка. Ладно, это хорошо. Мы сейчас с тобой находимся где-то... Где? Где-то на втором этаже. Дурак, что ли, совсем? Кричит, тут орёт. Интересно, он работает на датчик движения. А это что? Отремонтировать радио. Это наш с тобой основной квест. Это прям превосходно, прям превосходно. Наушники. Наушники, ух ты, геймерские наушники. Это можно будет в трейлер принести потом. И сидеть играть. Можно одеть. К сожалению, не одеваются. Ну-ка еще раз посмотреть. Как-нибудь можно приблизить? Так. А, мусор, слушаю, не нужно. Я, по-моему, только что потерял где-то отвертку, да? Да, нет, нет, да, да, не знаю. Может, да, может, нет, а это что такое? Это лезвие, лезвие вроде как понадобится, еще наушнички. Это у нас, по-моему, оскорбинки, да? Ну-ка, покажи, ну покажи. Или... А, это клей, клей, наверное, так много не надо. Мужичелло, смотри, абсолютно нормальный, даже не съеденный. К нему подойти никак нельзя. Может, он по скрипту как-нибудь встанет потом? Ух, не знаю. А почему такие страшные здесь рисунки на стенах? Чё за кошмар? Наверное, это была ребенок. И, наверное, это была детская. Он здесь рисовал зомбарей вот так вот жутко. Какая-то классная голубая фигурка жирафа. Жирафа? Жирафа. Давай заберем. Я не знаю, для чего она... Она забралась?
рюкзаке нет места для жирафа. Надо освободить, срочно освободить место для жирафа. Так, посмотрим, что у нас здесь есть. А, зажигалка. Во, у нас куча клея. Давай клея парочку выкинем. Поэтому игра крайне рассчитана на то, что ты должен продумывать. Слоник! Фигурка синего слоника, синего жирафика. Я не знаю, может, за это дадут какую-нибудь награду. Там три фигурки соберешь, тебе что-нибудь вылезет. Ачивочка, в конце концов, какая-нибудь. Поставим в грузовичке. Пока соберем робота, это 100%. И вот эти вот две фигурки тоже 100%. Может быть, кстати говоря, где-нибудь потом, мы когда дойдем до какого-нибудь там пусси... Ты чем меня пугаешь? Не пугай меня так больше. Так, там тапочек. Это, кстати, можно сломать? Да, попробуем. Доберемся до какого-нибудь... Им? Ну ладно, давай им. Доберемся до какого-нибудь поселения, там может быть маленькая девочка какая-нибудь будет, или просто дети. И она скажет, принеси нам, пожалуйста, игрушек, очень игрушек не хватает. А мы такие, хоба! А у нас уже с тобой полный комплект. Так, а мы оказались с тобой наверху. Наверху, прям представляешь, пойдем пробежимся. Особо бояться здесь нечего, потому что я научился. Я научился профессионально уничтожать зомби. Так, здесь кто-нибудь? Это снизу, это, по-моему, кто-то снизу орёт. Снизу это не страшно. Так, очень жалко, сильно прям жалко использовать топор большой, потому что это самое крутое оружие в этой игре, судя по всему. Не знаю, пока еще не пробовал стрелять. Какая-то фотография. Фотография кого-то. Сзади ничего нет. Можно это разбить, там, может, сзади будет что-нибудь нарисовано. Нет? Да, нет. Нет. Возьмем. Нет места, не возьмем. Я думал взять, оказывается, взять это нам с тобой не дают. И это, собственно говоря, и не надо брать. Хорошо. Изучаем дом. Изучаем дом. Что значит пив? Что значит пив? Во-первых, мне нужны бы еще где-нибудь бинты. Подушка. Оба. Взбитая очень как-то сильно подушка. Она почему-то как-то странно отпускается. Вообще как-то странно себя ведет, но прикольно. Можете сломать, попробовать. Подожди секундочку. Где там нож? Хэть! 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 Не, подушка никак не режется. Это бронированная подушка из вибраниума, наверное. Так, окей, идем, продвигаемся дальше, смотрим, что у нас тут такое. Крыса пробежала, ладно. Эти меня уже не напугаешь, не надеюсь. Сковорода. Вот сковородой можно будет попробовать отработать. Бутылками я научился, сковородой еще нет. Самое главное здесь, подождать, когда к тебе подойдет зомби на достаточно близкое расстояние, на близкую дистанцию. И со всей дури лупануть ему чем-нибудь, что у тебя в руках. Так, смотри, забор я этот знаю. Тут, по-моему, под нами, вот, конечно же, труба была, по которой можно было лазить. То есть, по идее, здесь сюда, проход в это здание, в нескольких случаях. То есть, несколько вариантов здесь есть сюда забраться, в принципе. Это круто, это хорошо. То есть, мы могли с подвала залезть. В подвале целых две точки. Странные какие-то штучки. Очень странные. Очень-очень странные штучки. На крыше. И вот тут еще проходик, да, наверное? Так, а сковородой могу сломать? Эть, раз, два, три, ну давай! Да ладно, сковородой! Хо-хо-хо-хо, отлично! Тогда не будем тратить топор, я думаю, все-таки он ломается в эти моменты. Какой огромный дом! Ну, серьезно! Дом просто огроменный, или мы круг сделали? Это мы сделали круг, где мы поднимались? Вот лестница, мы здесь поднимались, там вот так вот обошли все. Сделали круг-алямбру, кстати, не доследовали комнату, которую открыли. Вот эту, конечно же. Какой огромный прям особняк. Особнячище, я бы сказал. Это на что? Так, фасоль. Фасоль пинто. Максимальная выносливость, максимальное здоровье. Так, надо скушать. Надо скушать. Оно испорченное, конечно. Ну, а что делать? Что делать с выносливостью? Прям плохо. Выносливость осталась половиночка. Как восполнить максимальное здоровье? Я так... Давайте так делать. Вы надоели уже, роботы. Ну, серьезно. Сковородой такой звук еще остается. Ой, не встанешь же? Смотри, у меня не вставая со сковородой. Как огрею сейчас блинчиками тебя, понял? Я не понимаю, на самом деле, зачем вот они нужны. Вот такие вот товарищи. Они, по идее, просто лежат. С него ничего слутать нельзя. Я вон пытаюсь, ничего не видно. А другой рукой не могу. Другой рукой у меня сковорода. Они лежат просто странно. По идее, если это зомби-апокалипсис, до них должны были уже добраться. И как-то попытаться убить их, я не знаю, съесть в конце концов. Так. Выносливость 15, здоровье опять. Так, здоровье пока не буду. Ой, доска не нужна. Сковорода, вернись. Сковорода, вернись, ты что, не покидай меня. Не надо меня покидать, мне страшно. Страшно. Так, смотри. Дверь как раз-таки с тем ключом, который нам с тобой нужен. Он у нас с тобой есть, нам его выдали еще с тобой в прошлой части. Но тут еще дверка. Я так понимаю, мы сначала с тобой быстренько обследуем весь дом. Только после этого
Пойдем забирать того вот мужа, уничтожать его, убивать для того, чтобы спасти от мучений. Мы это не делаем не потому, что нам весело и прикольно. А ну реально, мужик зомби стал. Я бы вот не хотел, чтобы я ходил, там всех кусал. Хотя, если меня клево как-нибудь одеть, почему бы и нет? Какой-нибудь костюм Пикачу, было бы прикольно. Ходишь, жрешься в костюме Пикачу. Так, это у нас что такое? Книжка. Какая-то книжка. Спички. Спички, ну, лежите здесь. Так. Энерджи. Мусор. Это банка пустая. Эх, я думал, как... Тихо. Я думал, как в Скайриме будут книжки разные. Они будут давать дополнительные приколюхи. Там, не знаю, увеличение урона от пистолета или какая-нибудь такая тема. Но, увы, это оказалась просто книжка. Причем в двух экземплярах, да? Клавиатура. Какая тяжелая клавиатура, она прям не поднимается. Я вроде контроллер поднимаю, она не поднимается. Отвертка, оружие по-любому нужно. Нет места. Нет места, это плохо, надо освободить место под... Под отверточку. Так, посмотрим, что у нас есть. У нас есть бинты. В принципе, есть бинты, да? Что еще есть? И все? А почему у меня так мало-то места-то все? Страница 2 из 3. А, во-во-во, коробка с лезвиями. Дрова, да? Насобирал немного дров и два робота. Робота одного выкину. Пускай лежит, орет, не страшно. Остальное соберу. Если здесь можно как-то прокачать количество предметов в инвентаре... О, потрошки. Потрошки, это хорошо. Это первое, что я буду, собственно говоря, делать. Потому что... Зачем ты присел? Зачем не надо присаживаться? Я встал, да? Да, почему ты присаживаешься здесь, я не понимаю. Так, еще потрошки. Если здесь можно прокачивать рюкзак, я буду делать в первую очередь. Потому что, ну, очень мало. 27 с учетом, наверное... Топор! Ой, какой страшный. Здорово, живой? Живой, нет? Ой, не-не-не-не-не-не-не-не. Фу, я не хотел. Я думал, ну просто как ним повернет, довернет. Так, ладно, в принципе, вот так вот все подряд лутать, это тоже глупо. Сковорода, извини, конечно, но ты очень сильно мешаешь. Так, консерва, максимальное здоровье минус 5, максимальная выносливость плюс 10. Давай схаваем. Давай схаваем, почему бы нет. Хотя здоровья уже становится очень-очень мало. Так, максимальный вынос и здоровье, это опять то же самое. Понятно, понятно. И ни одной хилки, которая бы повысила здоровье. Так, это мусор. Это мусор, ладно, Скварда, иди обратно. Сейчас мы с тобой возьмем топор. А можно его в рюкзак убрать, да? Куда-нибудь сбоку. Да, оно будет как дополнительное оружие, которое можно носить вот за этим плечом. Смотри, два топора. Два топора, это уже что-то. В принципе, тогда можно уже будет не бегать. Не с всякими вот этими маленькими отверточками. Это что такое? Спички, это не надо. Спички не надо. Не с маленькими отверточками, не всякими бутылками, а использовать их на уже крайний случай. Это что такое? Это маленькая Библия. Маленькая Библия. Ладно, лежи. Прикольно, интересно. Маленькие книжки такие почитать. Был раньше... А где мы? Мы, по-моему... Чего? Мы, по-моему, опять в комнате детской, да? Да-да, это опять детская. По-моему... Раньше был такой журнал, в крайнем случае, я помню точно. Там можно было собирать маленькие копии книжечек. Там прикольные разные всякие рассказы, там, не знаю, стихи Пушкина и прочее. Прочее, классно так выглядит, прям миниатюрненько. Не знаю, прям очень нравились. Так, подожди, сковорода, полежи здесь. Предметы для задания, иди-ка сюда, иди-ка сюда, иди-ка сюда. Так, микрофон нужен, ключ. Ключ, давай. Ключ, открывайся. Я его уже слышу, я его слышу, поэтому готовься. Готовься, сейчас будет аккуратненько. Постараюсь... Так она сказала, на втором этаже, это уже третий какой-то. Кольцо. Задание в дневнике обновлено. Тихо, аккуратно. Аккуратно. Тихо, присядем. Я присел. Я присел, не слышно меня. Он сейчас со спины набросится, да? Аккуратно, у меня сковорода. Так плохо здесь видно, я прям не могу. Он какой-то босс, да, будет? Здорово. Блин, заметил. Ну ладно, иди сюда. Иди, иди. Ну! Все, отдыхай. Задание в дневнике обновлено. Так, моя дорогая Корни, я солгал тебе, прости. Я берег тебя, я потерял надежду. Так, я потерял надежду. Наши дети погибли от моей руки. Я обязан был защитить их от участи в разы страшнее смерти. Я знаю, ты никогда не простишь меня. Но надеюсь, однажды ты поймешь, что у меня не было выбора. Они не страдали. Пусть это тебя утешит. Люблю тебя. Рубин. На самом деле это честно. Вот, ну... Я так... Что за пипик? Что за пипик? Почему пипик постоянно происходит? Я на самом деле его полностью... Сейчас разживемся, смотри, чем-то интересным. Я на самом деле полностью поддерживаю... О, кольцо. Задание в дневнике обновлено. Уберем. В рюкзаке, отлично.
Полностью поддерживаю. Я думаю, никто из нас не хотел бы ходить вот таким вот полумертвым, неупокоенным. Еще и кого-то убить помимо этого. Что такое тяжелое? Ангел с чем? С отметинами? Что-то... Ангел с отмели. Особый предмет. Один из 9 элементов памятного комплекта. Уникальный предмет. Не принадлежит утилизации? Утилизации. Давай забер... Это триггер какой-то, скример или чё, что с камерой сейчас произошло? Так, во-первых, смотри, огромная двухстволка 12 калибра. Ха-ха-ха, используем ее, конечно же. Но проблема заключается в том, что у меня, во-первых, нету места под ним. Еще же нельзя один, да, какой-нибудь сбоку? Снизу положи. Снизу положи, в сталкере можно было. Эх, здесь нельзя. Придется смотреть на состояние топора. Одного топора и второго. И какого-то из них выкидывать? Так, понятное дело, вот этот топор полуломанный, этот топор мы убираем за плечо, это мы убираем вот сюда. Кстати говоря, не, подожди, секундочку, поменяем местами топор вот сюда, пушку за плечо. Все правильно же, да, нормально? Тима, я напугал, кошмар. И статуэтку по-любому забрать надо, она одна из 9 каких-то коллекционных. Что у нас по здоровью? По здоровью, где здоровье? Где здоровье? Покажи здоровье. Здоровье плохо, но нам нужно что-то другое. Так, давай клей выкинем, статуэтка, иди сюда. Вот, во, какая красота. Короче говоря, одна, целая, одна из 9 всего. Их 9, дай фонарик. Из 9 мы с тобой собрали. Смотри, здесь еще один огроменный синий слон. Синий слон, это прикольно. Ну, у нас уже такой есть, только поменьше немножко, хотя бы, который лезет в рюкзак. Тут ничего больше нету, да? Подожди, а где код от сейфа? Где от сейфа код, алло? Вы меня что, кинуть решили? Она мне сказала, награда. Награда находится в сейфе. Код от сейфа она либо мне скажет, либо он где-то находится наверху, правильно? Ух, мыши пугают. Ух, пугают мыши. Давай посмотрим еще. Быстренько осмотримся. Посмотрим, что здесь да как. Но я ни одного не вижу, серьезно. Так, пачка. Пачка. Тут у нас что? Тут у нас зажигал. Да что с этим управлением-то не так? Это пугает очень сильно. Так, патрошки, патрошки, идите сюда. Сейчас, наверное, все зомби-районы сюда набегут, на тусовку. Услышали там выстрел, значит, 100% кто-то здесь тусуется, кто-то развлекает, сейчас прибегут. Надеюсь, они не умеют бегать особо быстро по лестнице, значит, это таблетка. Какая-то таблетка, какая-то конфетка. Нету здесь никакого кода, ну вообще нету, я тебе серьезно говорю. Так, топор, иди сюда. Иди-ка сюда, пойдем разбираться. Часы? Можно взять часы? Да, смотри, клевые часы. Что за часы? Покажи, что за часы. Вот. А, часы сломались, но время нельзя остановить. Утиль. Короче говоря, это мусор. А где код? Это мусор, хорошо, а где код от сейфа? Или она мне его скажет только после момента, как я ей принесу кольцо и скажу, что я мужа ее, собственно говоря, грохнул, а он и грохнул детей. Да, интересная семейка получается. Хорошо, ладно, тогда побежали вниз. Особо не будем задерживаться, у нас топор есть. Вот это можно использовать абсолютно целиком. От сейфа кода нам с тобой никто не дал. А нам бы по-хорошему уже заканчивать вот эту вот локацию, потому что... Времени, сколько там остается времени? Еще минут, наверное, 5? 5-6 минут? Ну, может быть, 7? Я думаю, должны успеть, потому что не закончить ее и закончить серию, но это просто... Еще разок. Даже так можно? Серьезно, я не знал. Закончить серию и опять все это пробегать? Ну, да такое себе занятие, такое, на самом деле. Я думал, что он сохранится вон там, в помесе, в здании. Не захотела, не сохранилось. Пришлось все бежать перед записью. Ну, да ладно, собственно говоря. Благо, мы с тобой не так долго догоняли все, что у нас осталось. Ой, не попал. Раз. Уже все, прям, не знаю, они такие лошары. Прям лошары, прям не могу. Давай сюда. Во, и все. Я так понимаю, топор остался буквально на одного зомби. Тот топор, который у нас с тобой новенький, мы будем сохранять прям по максималочке, стараться, для каких-то экстренных ситуаций. В ближнем бою будем с тобой прям таким, одиночный ближний бой, я скажу, когда массовый, будем использовать топор. А вот когда по одной цели будем уничтожать, будем использовать как раз всякие отвертки, бутылки, сковородки и прочую. Тягомоть? Какой звук там странный. Тягомоть, который попадется нам с тобой под руки. О, полтергейст. Опять наметки на сталкер, полтургейсты летают. Пойдем вернемся к ней. Она должна нам с тобой дать какой-то пароль от сейфа. А в сейфе должно быть, наверное, куча бабла, или я не знаю, что там. Какое-нибудь клевое оружие фиолетовое. Ну, по-любому, за задание должна быть хорошая награда. Так, она здесь. Я устал. Я устал, он даже бросил топор, еле шевелит вообще руками. Устал, прям неимоверно. Хорошо, привет. Привет. Все? Все кончено?
Да, на, пятюнька. На, пятюнька. Смотри, дэн-дэн-дэн-дэн-дэн. Её даже двигать так можно. Оп, смотри. Что у меня с рукой? Эй, привет! А знаешь, когда у тебя сутра рука онемела, ты вот так же примерно не можешь и шевелишь, а не чувствуешь. Такой ты-тр-ты-ты-ты. Прикольно. Потому что двумя руками попробуем, да. Эть. Жалко, она не берется нормально. Странная. Представляешь, так стоишь, руку делаешь, тебя вот так вот заказчик тебе вместо того, чтобы подать предмет, играет с твоей рукой. Ладно, ладно, сейчас отдам. Подожди, не смотри на меня. Смотрит на меня такой, ты что, дурачок? Ты что, дурачок? На превью пойдешь, кстати говоря. Подожди, я тебя подсвечу. Вот так вот. Ой, какая страшная, когда тебя так подсвечу. Вот так вот, аккуратненько. Хотя в любом случае страшный, получится, ладно, без подсветки будет. Фонарик выключись. Где фонарик? Фонарик выключись. Вот так, пойдешь на превьюшку, попробуй тебя вытянуть, конечно. Но ничего не обещаю, ничего не обещаю, понимаешь? Вот так вот. Где кольцо? На. I recovered the ring. Кольцо у меня. Thank you. Спасибо, я перед тобой в неоплатном долгу. Это единственное напоминание о прежней беззаботной жизни. Рубин был хорошим мужем и замечательным отцом. Как там, какая-то кнопочка, вот. Он убил ваших детей. No, я не знаю, как помягче сказать, но твой муж убил ваших детей. Да что с тобой не так? Зачем ты мне такое говоришь после всего, что я пережила? А доказательства у тебя есть, а? Покажи мне доказательства. Ты что так разозлилась? Я наоборот тебе сразу... Подожди, была же записка-то. А была записка 100%, я же ее брал вроде как, да? Че ты меня тычешь своей рукой? Была записка, я тебе отвечаю, была. На вот, пятюньку опять. Серьезно, придется за запиской идти обратно? Я тебе хотел правду все рассказать. Не то, чтобы ты меня вот так вот смотрел. Вот рот. А тут важно даже ртом. Что это? Ой, типа... Текстурки в этой игре. Это что тут? Смотри. Ты-ты-ты-ры-ты. Ам-ам-ам. Ладно, придется бежать за запиской. Sorry, I can't listen right now. You seem distracted. И спокойно такая остановилась. За запиской? Серьезно? Я думал, я ее взял. Серьезно тебе говорю. Не взяли записку, это очень-очень плохо. Я и хотел всю правду рассказать, чтобы она вот, ну, на самом деле все знала. Лучше, по мне кажется, знать правду, нежели вот этой вот лжи, которая тебя в обмане жить. Ну, не знаю, не знаю. Смотри, как я тебе сейчас покажу. И все. И все! И все! Один удар из зомбаря нет. Что запищало ты? Что пищит? Что ты пищишь? Ты дурачелыш, хватит пищать. Да не пищи! Палит меня кошмар. Смотри, конечно же, она меня спалила. Давай иди сюда. Все. И все. Понимаешь? Один удар и зомби нету. Главное, самое тут было научиться правильно это делать. Так, чуть-чуть отдохнем. Я серьезно не понимаю, откуда они в принципе-то берутся. Откуда они берутся? Ну серьезно, я здесь всех зачистил. Я когда пробегал, абсолютно каждого убивал. Нет, откуда-то вылезают. С подвалов, с каких-то из речек, наверное, еще из не пойми что. Дай попробуем. Кстати говоря, почему бы нет? Чтобы взобраться на объект, используйте вот так вот контроллеры. Ну, полезли. Полезли, будем использовать. Так, аккуратно, не упади. Это паркур. А где рука-то? Руку верни. Ты что? Ты что забрала у меня руку? Так, при этом смотри. Шкала. Вон там внизу очень быстро тратится. То есть я сейчас могу устать, упасть и разбиться. Так, подожди, я не могу. Ты хватит так делать. Ты что за музыка? Так, эти отседы. Что за музыка, я не могу понять. Не было же ничего. Выключай. Она меня напрягает, да серьезно, я тебе говорю, меня сейчас сожрут или что? Выключи музыку, пожалуйста, она прям напряжная. Так вообще, как вот за мной кто-то гонится или что? Или что происходит-то? Сейчас ночь началась. Ночь началась, день или что? Только рассвет же, только утро был. Я здесь только-только появился. Я серьезно не понимаю, что происходит. Ну, нагнетающая обстановка, вот эта дын-дын-дын-дын. Так, мы на втором этаже где-то. Где комната это была? Вот. Поднимаюсь наверх. Быстрее! Быстрее поднимаюсь наверх! Та-т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 а. Где-то здесь была записка. Он ее вот сюда положил. И где? Я себе. Да хорош стрелять-то! Хватит стрелять, тратить патроны. Он пол продырявил. Здесь должна быть где-то записка о том, то, что так и так вот я вот убил всех подряд. Или она где-то в дневнике или в журнале, я что-то понять не могу. Куда-то записку делал, алло, она испарилась у меня в руках вроде как, да? Да, нет, нет, да? Бинт, нужен бинт, кстати говоря. Бинт пока не нужен, пока оставайся. Так,
Здесь у нас пистолет, ножик. Время тоже, собственно говоря, закончилось. Ой, я вот, блин, не знаю. Я серьезно не знаю. Была записка, 100% была, вот она рядом с кольцом. Чё она в меня рукой тыкала? Чё она от меня хочет? Я не понимаю. Очень странная игруха. Очень странная игруха, прям вот как ни крути, прям странновато. Так, хорошо, ладно. Музыка напрягает. Мне кажется, наступила сейчас ночь. И нам нужно отсюда бежать. Просто бежать, сломя голову. Для начала возьму бутылку, чтоб особо-то. Ну, особо уж не будем с тобой тратить эти, как их называются. Как их называются? Всякие ножи и прочее. Пока, по-моему... Так, двое, О-о-о-о, я понял. Пацандры, стой! Стой! Все, приехали. Так, ладно, аккуратно. Ну, воткни ты в него. Все, хана. Отступи, отойди. Тихо, бежи, беги. Фонарика. Все, да? Меня сожрали, ну прям серьезно, я не могу, записка куда-то делась, меня сожрали, она на меня наорала, задание не выполнено. Это какая-то чушь. Ладно, увидимся тогда в следующей серии.